Отопительный сезон в Кирове начнется 22 сентября. Об этом сегодня сообщили в администрации города. Однако подключать дома к теплу начнут уже завтра. Работы пройдут в несколько этапов. Это решение связано с неудачным опытом прошлого года, когда одновременное подключение домов привело к разбалансировке тепловых систем. Подробности у Андрея Дозорцева. Холодная погода в середине сентября в этом году приблизила отопительный сезон. В городе Кирове столбик термометра уже значительно понизился, особенно в ночное время. Прогноз погоды тоже не добавляет оптимизма. Поэтому, как отметили в городской администрации, для начала отопительного сезона власти не стали дожидаться положенных 5 дней, когда среднесуточная температура воздуха установится ниже 8 градусов. Не будем ждать фактического действительно температурного графика фактического, будем по прогнозному и планируем открытие отопительный сезон уже в полном объеме с 22 сентября текущего года. Еще до официальной даты отопительный сезон начался для учреждений социальной сферы города. Они подключаются к теплу уже с 10 сентября. Первым таким объектом стал перинатальный центр. Однако тепло придет раньше и в многоквартирные дома. Уже с 17 сентября начнется подключение некоторых микрорайонов города. Такое решение было принято из-за неудачного опыта прошлого года. Тогда к теплу одновременно подключили все многоквартирные дома. Это привело к разбалансировке тепловых систем. При массовом включении домов, естественно, большое количество ресурса, воды идет на заполнение. Гидравлический режим системы ухудшается. Отладку режима после вот таких провалов гидравлических занимало достаточно большое количество времени. Это, естественно, приводило к ухудшению теплоснабжения. Мы не хотим повторить тот урок. Урок пошел уровень напрок. И мы постараемся сегодня действительно до официального начала отопительного периода подготовиться, чтобы как можно меньше было жалоб и обращений после 22 числа. Включение тепла 17 сентября будет идти в несколько этапов. Для этого город условно поделили на 3 зоны. Такое постепенное подключение домов позволит избежать разбалансировки тепловых систем. К тому же к моменту официального начала отопительного сезона значительная часть горожан уже будет обеспечена теплом. Андрей Дозорцев, Вячеслав Голиков, Вести, Киров.